А ну и что с того, что вчера я прилетел из Амстердама? Не курил, а травы там я, и грибов не ел ни грамма. Я бы выпил чашу сидра, я бы сел гиппопотама. Лишь бы где не видеть больше улиц красных Амстердама. Но этот город, как подорванный склад, этот город настоящий ад, там никогда не бывает покоя и тишины. Этот город с рождения встал на тропу войны. Там стреляют взрослые дети, там воюют фантомасы и эти. Иногда это выглядит так смешно, но я всегда говорил миру мировой не. В кожаном пальто смог бы жить, где-то еще и любить кого-то так, как тебя. Я не смог бы жить, где-то еще. Я не смог бы жить с кем-то еще и любить кого-то так, как тебя. Я не смог бы любить кого-то еще. А там, где ты упадешь, я постелю солому. Все, кто желает тебе зла, забудут дорогу к твоему дому. И ты скажешь мне тогда: здравствуй, моя иллюзия. Спасибо. Здравствуй, мой маленький Наполеон. Время же зимина, и все будет так. Время же зимина. А ты что с того, что вчера я перелетел из Амстердама? Не курил, а травы там я, и грибов не ел ни грамма. Посмотри мне в глаза, в этом городе нет глаз честнее, чем у меня. И я не смог бы жить, это еще и любить кого-то так, как тебя. Я не смог бы жить, это еще. Я не смог бы жить с кем-то еще и любить кого-то так, как тебя. Я не смог бы любить кого-то еще так, как тебя. Есть люди, которые прислушиваются к себе, а не к тому, что говорят окружающие. Таких людей не часто встретишь, но когда они встречаются, они напоминают нам, что, выбрав свой путь, даже если все критикуют твой выбор, важно просто верить, что не существует «не могу», «не получится» или «невозможно». Эти люди напоминают нам, что важно просто верить. Невозможное возможно.